Здравствуйте, дорогие зрители. Добрый день. Привет всем. Ну что, в этом году это наша последняя программа, но не подумайте, что в будущем году мы от вас отстанем. Да-да. Не дождетесь. Ну, что мы имеем в виду под словом «не отстанем»? Мы имеем в виду, что мы будем продолжать наши старые программы. Вы знаете, это у нас «Мыльная пена» со сплетнями. Это у нас новости телестудий и со съемочных площадок Латинской Америки. Это у нас программа про Голливуд. Кто еще что помнит? Герои у нас. А, телегерои, точно. А потом у нас есть куча выпусков всяких таких интересненьких, новостных и очень забавных. Да, и кое-что еще новое планируют. Идеи бродят. Идеи, да, идей у нас очень много. Рук не хватает. Ай, да. И у нас же еще замечательный цикл тут образовался как раз в этом году про продюсеров. Да, да, да. Леночка будет поздравлять нас отдельно. Ай, это хорошо. Вот, поэтому вот это вот все у нас в планах. Ну и еще планируется что-нибудь, может быть, на английском мы сделаем. Есть такие у нас возможности. Ну, идеи бродят. Вот. Да. А который овец? В новом 15-м году, как отары овец идеи накинутся на бедного нашего зрителя. Тут скорее не отары овец, тут скорее стадо коз кинется. Ну, если мы кого-то слегка пободаем, ну, год такой. Ну да, ну да, ну да. Козлиный. Так это, попадаем, лягнем. Да, ну, сами знаете, мы девушки такие, мягко говоря, не романтические совсем ни в одном месте, поэтому извините. Не романтические. Что получится, то получится. Конечно, у нас, как у каждого живого человека, есть свои пристрастия, тоже не обессудьте. Одно наше пристрастие весь год прогуляло, пробездельничало. Да, это точнее его год будет, козла. Да, мы уж скоро забудем, как он выглядит. Забыли, забыли. Уже все забыли, уже спрашивают, а это кто? Ну да, ну да. Ну ничего, надеюсь, в ум придет, все-таки надоест бездельничать, выползет все-таки. Да, пристрастие это больное. Но, во всяком случае, мы всем желаем счастья, мы всем желаем успехов, мы всем желаем интересных событий, таких, которые не затрагивают, так сказать, основы государства, да, но чтобы было, в принципе, интересно жить. Может быть, путешествие, может быть, какой-то романтический отдых, может быть, что-нибудь. Короче, товарищи, братья, сестры и вообще фанаты, чтобы у вас в этом году сбылась большая часть мечт. Ну, а часть пусть на 16-й перелетит. Да, дорогие зрители, всего вам наилучшего в следующем году, да и, в принципе, во все последующие. Ну да, ну да, с нами рядом. Да, мы ждем вас на нашем канале, подписывайтесь, смотрите, мы вам рады всегда. Комментируйте, нефиг сидеть молча смотреть. Да-да-да. Вот. Не нравится, говорите, есть идеи, предлагайте. Кому хочется присоединиться к хору выступающих на нашем канале, welcome. Отдельные наши, остальные наши выступающие будут вас поздравлять отдельными блоками. Это хорошо. Главное, чтобы под блоком не стоять, чтобы на голову не упало. Это да. Каска есть, да? Нет каски, прикройся тазиком. Да, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! Новым годом, что вообще? Пусть счастье будет старое, а год был новый. Без войны, без политики, без падения рубля и вообще всяких дребедений затрахали уже. Чтоб было всем хорошо. Присоединяюсь. Вот. Это главное. Все. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте как хотите. Можете даже ругаться, мы не боимся. Пока. Всем пока. Ура!